Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Это Mass Effect Легендарное издание, третья часть. Ну что ж, мы с вами продолжаем. Мы пришли спасать последнюю Кроганку. О, тут бомба! Бежим! А это кто это бомбу подложил? Офигеть! А, с вами все в порядке? Есть другой выход? Запасной выход со стороны лаборатории. Шепард, силы Цербера пытаются найти Кроганку. Карантинную зону, скорее! Так, ну скорее, так скорее. Рекс, я взял челнок, делай что хочешь, но подними женщину наверх к посадочной площадке. Я попробую испортить Церберу жизнь. Так, теперь Соларианцы вступят в войну. Да, но это Цербер. О, елки с палками, фига себе. Вражеский огонь. Требуется подкрепление. Опа. А, это Соларианцы. Так нечестно, они используют дым. Лера, молодец. Еще враги, еще враги, еще сундуки. Не позволяйте им приблизиться к лаборатории. Так, подожди, как это делал? Как это делалось? Давай, Явик. А, вот как это делалось, понятно. Какая музыка-то. Ух. Шепард, Цербер близко. Мы уже идем. Мы уже идем, и даже мы довольно быстро идем для нас-то. Лог данных. О, блин! Тихо. Да-да-да. Не смешно. Так, и что нам тут делать? У нас тут... Может быть, нам как-то это дело взорвать? Ну, не знаю, там... Нифига. Что это значит? Ну мы тут сгорим. Ай, ладно, Шепард. Ай, он туда даже не идет. Ясно. Шепард не дурак, в отличие от некоторых, кто им управляет, да? А как мне туда попасть? Там какая-то штучка. Боезапас дробовика. Так, ага. Ясно. Ой-ой-ой. Целостность капсулы. Ну, началось. А куда нам? Варана. Могу я как-то выпустить варанов-то? Ты как? Следующий щит в норме. Если будет нужно, попробую починить. Но что с Кроганкой? Все в порядке, капитан. Женщин держали в тайне. Возможно, в гор шпион. Вероятно, одурманенный. Если Кроганы не заключат союз с турианцами, у жнецов... Да, не дадим, мы дадим им достойный отпор.
Встретимся на следующем КПП. О, Мордин, держись! Скорее, на следующий КПП! А что с воронами-то? А воронов-то выпустить? Выпустить воронов? Не могу выпустить воронов. Слорианца убили. Так, спокойно. А где все мои-то? Шепард, шевелитесь, я пытаюсь отвлечь огонь на себя. Ага. Мне что-то подсказывает, что вы справитесь без меня, ребята. Вы у меня тут... Враг повержен. Молодец, Явик. Молодец. 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 Так, сюда мы должны зайти, да? Хорошо. Сербер так не отстанет. Конец цикла всегда отмечен хаосом. Догадываюсь. Угу. Ага. О-о-о-о-о, это еще что такое? Турель. Упс. Вот и все, вот и вся ваша турель. Так, 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 ребятки, вы там, конечно, беседуете, но дверь изучить. Подожди, там кто-то рычит за этой дверью. Подожди, мне очень не нравится. Там явно, а эти самые вороны там, вороны. Пожалуйста, подтвердите уровень доступа. Сканирование, авторизация. Доступ разрешен. Морден прав, кто-то рассказал Церберу. Слишком быстро они появились. Так, вороны будут за нас? О нет, они сами сдохли. О, вот они! Подожди, 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 подожди. О, щитовик. Поздно. Как говорится, в большой семье не успеешь применить винтовочку. Тут еще кто-то был. Не, Шепард, подожди, возьми. Он же. О, да, во, смотри, разбили. А, это варина отсюда выскочили. Лифт не работает, Шепард, нужна помощь. Да-да-да-да, сейчас лифт не работает. Я вижу уже, где есть все. Где есть все, Шепард, вылези. Шепард, вылези, пожалуйста, и возьми вот запчасти, запчасти.
Прибор стража. Так, а что там было наверху? I'm headed up top. Что за знаки? Дверь и... Ладно, но там была лестничка, я... Опять целостность капсулы, блин. Ну... Так, исследовательский пункт. Я не знаю, что там было за лестница. Канал должен быть где-то тут. Энергия включена. Так, и... Что? Отлично, можем пройти. Стоп, еще один отряд Цербера. Кто бы сомневался. Да, блин. Понятно. Понятно. Так, вот капсула. Вы должны сначала, да, провести чего. Подожди, вот еще тут что-то. Вооружение. Открыто. Ну, мы же, в принципе, уже добежали до капсулы, поэтому можно тут. Барен может представлять собой новую форму биологического оружия. Угу. Вот о чем была речь. Так, ну ладно. Ты держишься? Сдерживающий щит крепок, но... Капитан, это не ваша проблема. Вы же меня не знаете. Хотел бы. Держись. Сколько осталось? Только посадочная площадка. Надеюсь, Рекс там. Рекс никуда не денется. Он там. Увидимся наверху. Да, они пришли за самкой. Новый уровень. Шепард, вылези. Красиво был кадр, как лярка запулила в них, да? Кто там еще? Это был последний. Уходим отсюда. Шепард, сколько у тебя еще ждать? Куда нам уходить? Да? Это типа лифт здесь или что? Куда-то наверх. Подожди, а как отсюда-то спускаться? Вот это врезалась сюда ракета.
Но я могу предположить, что, наверное, обратно вот эта вот лестничка-то. Мы пошли, почти дошли до вершины. Угу. Shepard, don't delay. Please authorize final release. Can't leave otherwise. Уйдем. Я и так уже наверняка вот это вот снаряжение, которое у нас тут было, очевидно, кучу пропустила. Сервер вернулся. Да ладно. А, даже так. Шепард, вы должны разрешить выпуск. Тогда капсула перейдет в зону погрузки. Давайте вытащим ее отсюда. Да, но где наш этот основной-то второй серый посредник? Осторожно, здесь робот. Шепард, я могу сесть, пока ты не разберешься с этой штукой. Слишком опасно. Вижу самку. Дверь повреждена, я не могу выйти. Не высовывайся, я разберусь. Да? У него броня, блин, компот. Так... Давай в него все, что только можно. Че еще? Еще давай гранату. Мы справились, а кто сомневался-то, что мы справимся? Куда теперь? А, теперь еще эти упыри тут мелкие. Так, у нас получилось, да. Куда теперь? Опа. Давай, давай, Рекс, садись. Я уже начал было беспокоиться. Let's make this quick. Давайте быстрее. Отвали. Давай-ка вытащим тебя отсюда. Вот они. Эй! Бах, бах. Не будь она кроганка. Я могу за себя постоять, Рекс. Women. Женщины. Походочка, походочка. Ага. Мы... А вы вообще люди? Что здесь делает Цербер? Что вам надо? А он вообще человек? Мне кажется, что нет.
Но кровь человеческая, наверное. Получили мы какое-то достижение. Капитан, болтает, что вы налаживаете союз между Кроганами и Турианцами. Если воины Кроганов отправятся на Плаван, Турианцы пообещают нам флот. А как здесь замешан Цербер? Не знаю, призрак что-то затевает. Тогда не упускайте поводок. Если союз состоится, это будет неоценимая помощь Альянсу. Нам понадобится вся возможная помощь. Как там протанское устройство? Разработчики Альянса официально приступили к строительству. Команда дала ему название. Мы привлекли к работе всех, кто умеет держать в руках молоток. Молоток? Это будет самый дерзкий проект за всю историю человечества. Мы справимся. Наши исследователи говорят, что схемы элегантны, масштабны, но удивительно просты. Мы можем это сделать, Шепард. Вы можете. Не сомневайтесь в этом. Нет, сэр, я не сомневаюсь. Хорошо, конец связи. Ага, это строительство идет этой штуки-то. Ультимативного оружия против жнецов. Вау. У тебя есть женщина, Рекс. Лекарством для остальных можно заняться потом. Мы так не договаривались. Но Плавану нужна ваша помощь, нужна сейчас. Мы не можем ждать. Пока каждый Кроган не получит лекарство, союза не будет. И? Морден, сколько нужно времени, чтобы закончить лекарство? Надо синтезировать базовый антиген. Потребуется ткань здорового Крогана самки. Ну, да, приемлемо. Ты должен будешь оставаться на борту Нормандии. Будем надеяться, кормят тут лучше. Можно создать лекарство, которое пройдет, подойдет всем Кроганам. Морден, справитесь? Конечно, это похоже на работу по модификации генофага. На этот раз работаю против своих модификаций. Не так просто, как кажется. Нужно составить коллапс, резервную нервную систему, изменить уровни. Да-да, все понятно. Создадим лекарство, Шепард, не волнуйтесь. Тогда приступайте, Морден, и работайте побыстрее. Всегда работаю так. Буду в медотеке, если что. Нужно проверить, как Эва. В смысле, Эва? Настоящее имя неизвестно. Нормандия, корабль людей, кажется, человеческая мифология уместна. Предлагаю поговорить с ней. Новая точка зрения. Кто ждал Крогана? Эва. Ну, еще что? Меня немного беспокоит корабль, с которым мы потеряли связь. Что случилось? Я бы предпочел обсудить это наедине. Проблемы турианцев с моими не сравнятся. И в чем дело? Несколько моих бойцов пропали, остальное нам стоит обсуждать не здесь. Я встречусь с вами обоими в командном отсеке. Какие вы все непростые, елки с палками. Прям все, прям вот... Чанка. Турианский завод. Так, что у нас там еще? Ряд Кроганов. Кодекс по поводу горна. И 12 тысяч финансирования. Работенка у нас, однако, Шепард. Сложная. Так, здесь у нас ничего пока что не добавилось, да? Ладно. Итак, давай разговаривать, примарх, по очереди.
«Капитан, вы сказали, что пропал один из ваших кораблей. Разбился. Я не мог говорить об этом при Крогане. Наш корабль разбился на Тучанке. Теперь они блокированы разведчиками жнецов. И какое задание у ваших бойцов? Извините, это секретная информация. Ну, здрасте. Но очень важно, чтобы они были спасены. Задание должно быть выполнено. От этого зависит мир у галактики». И? Ну, ладно, я сделаю, что смогу. Благодарю вас за помощь и понимание. Ты-то вот все мутные такие. А ну-ка ты рассказывай мне, что он делает, турианский корабль на Тучанке. Сколько у вас солдат разбилось на Тучанке? Полный взвод. Вы сказали, что от их задания зависит мир галактики. Почему? Извините, капитан, я уже сказал, что это секретная информация. Слушайте, если хотите посылать меня на передовую, то мне нужно знать все. Я не могу рассказать вам, пожалуйста, поймите правильно, я не могу. Командует отрядом лейтенант Тарквин Виктус. Вам нужно связаться с вами, Виктус. Мой сын. Мне нужен был кто-то, кому я могу полностью доверять. Соларианская директриса боится того, что Кроганы сделают, излечившись, а вы? Если мы не сможем остановить жнецов, то это уже будет неважно. Но ее сомнения, я понимаю. Луна, на которой вы нашли меня, там прошел наш главный бой с Кроганами во время их восстания. Они были неудержимы. И чем все закончилось? Кроганы начали использовать астероиды в качестве оружия, бомбардировали ими, и у нас не было выбора, нам оставалось лишь применить генофакт. Да, намерение Кроганов после этой войны вызывает опасения, но по мне лучше благодарный союзник, чем обозленный враг. Должно быть, вам тяжело обращаться к Кроганам за помощью. Нельзя, чтобы прошлые ошибки закрывали от нас будущее. Наши с вами народы когда-то враждовали, война первого контакта, да? Я там был. Ворочался от пуль вашей пехоты. А теперь мы работаем вместе на корабле, созданном по проекту людей и турианцев. И чем все закончилось? Кроганы стали бомбардировать астероидами колонии. Понятно. Новые обязанности, турианская помощь Земле. По-моему, об этом говорили, но давайте спросим еще про... Я понимаю, тяжелые времена для вас, Примарх, но Земля не справляется без подкрепления. Могу ли я по-прежнему рассчитывать на вашу помощь? Если Кроганы помогут нам на плавание, то и я обещаю вам помочь. Так... Как обстановка на плавне? Сообщения о потерях ужасают. Жнецы используют против нас нашу же тактику — вести сокрушительное наступление. Я видел то же самое на Земле. Стратег во мне одобряет их жестокость. Турианец же понимает, что я вижу уничтожение цивилизации с историей 15 тысяч лет. Моей цивилизации. За граница нам поможет. Кроганы позаботятся, чтобы этого не произошло. Но если у вас все получится с лекарством, получится. Надеюсь, капитан, я не хочу стать последним примархом в истории. Как интересно. Так, по поводу новых обязанностей, есть что-нибудь новенькое? Каково быть примархом? Не так, как я представлял. Главное сражение всех времен разворачивается на плавании, а я во многих световых годах оттуда читаю сводки о миллионных потерях. Если мне суждено погибнуть, то лучше рядом со своими солдатами, чтобы не сомневаться, что мы сражались до последнего. Да, я понимаю. Я понимаю, покинуть Землю, чтобы спасти ее, это было самое сложное решение в моей жизни. Я не удивлен. Гаррус очень высоко отзывался о вас. Вы никогда не хотели вести за собой людей, но они погибнут,
если вы окажетесь, мы находимся в сходном положении. Надеюсь, духи дадут нам сил пройти все эти испытания. Ну, очевидно, у меня все. Понятно, капитан. Итак, значит, сын его там, да, возглавляет, возглавлял или возглавляет этот корабль, который разбился или был сбит на Тучанке. Рекс. Ну и шо вот устроил на Суркеше, прямо как старые деньки. Вплоть до того, что я снова прикрывал твой зад от пуль. С пулями мне пришлось разбираться самому. Я оказал тебе моральную поддержку, да ты еще и хитрец. Ага. Говоришь, один из твоих взводов? Да не слышит он. Они обследовали ретранслятор Рахни. Пришли тревожные известия из тех мест. Рахни? Я подумал, что это может тебя заинтересовать. Есть просьба большая. Только не говори, что они вернулись. Я знаю только то, что по прибытии на место разведчики пропали. Отряд Аралах, мои лучшие воины, ждут команды. Они, если соглашаешься, они встретят тебя. Я попробую что-нибудь сделать. Давай, Шепард, Рахни. Блин. Как вообще могут возникнуть трудности с Рахни? Я договорился с их королевой. Если она согласна скрыться навсегда, то я отпущу ее, вот и все. Знаю, я там был, но мне это не нравится. Может, это не Рахни, может, они самые, может, это новое вторжение. Если они выползли из-за какого-то укрытия, ты можешь представить, чем все это закончится. Нужно их остановить. Слушай, а не Цербер ли постарался? Может быть, они изобрели кого-нибудь под видом Рахни? Они же все меняют. Так, как там с этой Кроганшей, с Евой? На Суркеш мне показалось, что женщина может за себя постоять. Наши женщины достаточно отважны. Демонстрация силы помогает поставить на место мужчин. Но женщины любят поговорить, потом подумать, потом еще поговорить. У женщин бывают хорошие идеи, Рекс, тебе стоит к ним прислушаться. Да, но у наших женщин их так много. Иногда я притворяюсь, что слушаю, и выясняется, что характер у них крутой. Все те же проблемы у вас, но-но. Что ты собираешься делать, когда генофаг будет извлечен? Разберемся с жнецами, большинство крогнов захотят посчитаться с турианцами, с ларианцами. Я этого не допущу. Это плохой путь в будущее. На этот раз все должно быть иначе. О, это приятно слышать, действительно. Многие будут рады это услышать. Никто не захочет повторения истории. Они знают, что в этот раз мы можем победить. Но война никогда не приносила нам ничего, кроме бед. Пора сосредоточиться на созидании. Я не знаю, кстати, Рекс, насколько ты будешь популярен в своих кругах. У вас вроде как созидание не популярно. Что сейчас на Тучанке происходит? Мне поступает сообщение о том, что прибывают войска жнецов. Готовится что-то большое. Да уж куда больше-то, чем жнец. Не позволим захватить Тучанку, тем более, когда мы почти излечились от генофага. Моему народу уже хватило несчастья в прошлом. Да, ваша прекрасная Тучанка, конечно, стоит того, чтобы за нее отдать жизнь. Ну, как говорится, родину не выбирают. Давай, Рекс. Закончим мы сегодня, Рекс. Пора возвращаться к работе. Не пропадай. Шепард, мне нравится, как ты переделал Нормандию. Мне уже поднадоел грузовой трюм. У меня по-прежнему нет иллюминатора, как у Ляры. Может, это из-за того, что я плохо целуюсь? Без комментариев. Я скучал по этому месту. Я бы не прочь с тобой поболтать, но долг зовет. Если Соларианец говорит, что моя ДНК столь важна, кто я такой, чтобы с ним спорить? Говоришь, у тебя нет иллюминатора? Ну да, с каюты Шепарда не сравнить, с Лярой тоже. Итак, давайте-ка мы посмотрим карточку. В командном зале у нас теперь есть и Рекс, и Примарх. Специалист Тейнер. Ага, Джокер и Сузи. Давайте-ка мы выйдем отсюда и поговорим с ними со всеми. Так, это...
Вот, смотри, теперь мы здесь видим, как идет сборка этой штукенции. А ведь могли застрелить Рекса. Первая часть, по-моему, да? Соларианцы должны лучше охранять базы. Да, все там было нормально. Просто Цербер обзавелся техникой жнецов, в сравнении с которой оружие соларианцев палки. Копалки. Сплетницы. Шепард, давай, 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 давай уже. Так. У нас новые сведения о действиях Цербера на Тучанке. Я отметила на карте. А, окей. А что у меня с почты? Угу. Что-то есть. Новая информация. Привет, Шепард. Давно не общались. Хорошо, что тебе удалось выбраться с земли и что Лиара с тобой. Мы правильно поступили, что забрали ее с того старого корабля. Меня от него уже тошнило. А еще этот дрон... Не знаю, как умудрился отыскать меня на таком большом корабле, даже после того, как я отключил систему обнаружения. Мне удалось найти для тебя кое-какую информацию. Поговорил с Глифом. Надеюсь, это поможет делу. Нам тут нелегко приходится. А, Ферон. Ага, ага. Да, действительно, давно не общались с Фероном. Так, новая статья о дурманивании. От информационной партнера НЦА. Тессия. Азари ученая Арана Таноптис умерла в заключении, как утверждается, покончив с собой после того, как была арестована за убийство нескольких Азари военных чиновников. Следователи рассказали, что перед смертью Таноптис говорила о голосах в голове, а все понятно, что, по их мнению, указывает на влияние жнецов. Голоса предсказывали восхождение расы Азари и убеждали Таноптис, что всякий, кто сражается со жнецами, должен умереть. Таноптис несколько лет назад работала над секретным проектом у бывшего спектра Сарана Артериуса, где, предположительно, и была одурманена. Слушай, а не ту ли, которую мы отпустили тогда, помните? Была там Азари, когда мы там бегали, бомбы подкладывали и так далее. Мы отпустили ее. Правительство Азари дало ей амнистию в обмен на информацию о технологиях жнецов. Таноптис считали виновной в установке самодельного взрывного устройства, сработавшего в исследовательском центре, убившего 5 посещавших его Азари, военных чиновников и 4 гражданских лиц. Взрывом серьезно ранило еще с десяток пострадавших и сильно повредило здание. Следователи говорят, что розыск новых подозреваемых по этому делу прекращен. Что-то какое-то это самое. Помню, что что-то было с ней связано там. Или... Ну, ясно. Ладно. У меня не такая долгоиграющая память, чтобы помнить детали, но я помню об этом деле. Так. Пошли добежим к Джокеру. Кроганам и Турианцам стоило бы поближе садиться с Альянсом. У них хоть так много общего. Любит стрелять, еще любит умирать. Еще... Нет, это все. Значит, приглашение Кроганов на военный совет прошло нормально. Хочешь, я еще батарианцев приглашу? Или ворка? Да ладно тебе. Объединение в союз — единственный шанс устоять перед жнецами. Да, но Кроганы, я бы предпочел план понадежнее. Скажем, путешествие во времени, или чтобы мы нашли жнецов. Любить. Хорошо, что Морден снова ставит. У плохих ребят не должно быть монополии. Кстати, надо посмотреть, где Морден. Хорошо, что вы здесь. У меня есть вопрос по поводу генофага.
У тебя и у всех остальных. Что тебя интересует? Самка Крогана детородного возраста может отложить до 1000 оплодотворенных яиц в течение года. На Тучанке сейчас больше 1 миллиарда самок. Даже если они всего 1% из них излечат от генофага, родится 10 миллионов кроганов. На Земле многие виды животных тоже платятся по многу. В природе да, но государство обычно заинтересовано в сохранении детей для ведения войны. Ну что еще веселого скажешь? Если они согласятся нам помочь, доставить кроганов в Плавино будет не слишком просто. Их демилитаризовали, то есть у них нет боевых кораблей. И ты что предлагаешь? Для поля боя им придется добираться на турианских кораблях. С вашего разрешения я начну необходимые переговоры, чтобы эти корабли были готовы, когда вы соберете кроганов. Давай, вперед. Есть сложности? На Плавине нет ничего, чего бы они могли бы есть. Им придется везти провиант, либо полагаться на запасы в горбах. На, еще веселее. Также кроганам понадобятся успокоительные средства, потому что без них они передерутся в замкнутом пространстве корабля. Займись этим. Что еще тебе удалось? Больше ничего, что требовало бы вашего внимания, Шепард. Молодец, Сьюзи. Вот как важен холодный разум и расчет, да? Вы сейчас резко расплодитесь. Ты сколько она сказала? 1000 яиц или 10 тысяч, да? И тут же у них подскачет население. Так, Сьюзи? Морден прислал мне сообщение. Похоже, он помнит нашу беседу о сларианских сверхлюдей. Жаль, не могу. Некоторые мутации мозга сверхлюдей, такие как память, улучшены или полностью заменены. Юридические определения различаются от планеты к планете. Соларианцы охотно принимают эту концепцию. Мнения людей разделились. А мои импланты делают меня сверхчеловеком? Не скажу. Чего? Извините, это шутка. Вы полностью человек. Цербер во многом реконструировал вас, но функции мозга у вас органические. Не делай так больше! Привет, Шепард. Джокер, капитан, все, давайте, Твикс, сладкая парочка, я вас оставляю. Угу. Так, Рексана, Тейнор, Джокер, Сузи. Давай-ка мы сбегаем к другим. А где сейчас, интересно, этот самый... Тейнор, ты мне ничего не хочешь сказать? Капитан, рада снова вас видеть. Как обживаешься? Наконец-то чувствую, что приношу какую-то пользу. Чтобы обрабатывать данные для военного совета, пришлось немного... Ну и как системы работают? Я, в общем, рада, что мы провели стресс-тесты. Офицер Тейнор показала нам неоценимую помощь. Прямой результат ее работы – точные военные данные. Спасибо, Сузи. Необходимо привыкнуть. В лаборатории мы старались ничего не выкидывать, громоздили технику грудами. Но здесь все как будто в каморке ютишься. Да ладно тебе. Жизнь на действующем корабле сначала всегда кажется шумной. Вы скоро привыкнете. Нет, я не жалуюсь. Мне совсем не трудно создавать себе уют. Здесь замечательно. В лаборатории мы старались ничего не выбрасывать, весь бюджет ограничен. А тут... Сузи, используется алгоритм обработки, который мог бы очистить наши долгосрочные данные. Провожу анализ, алгоритм. Алгоритм должен снизить время анализа долгосрочных боевых стратегических данных. О, впечатляет. Если я получу все необходимое оборудование, то смогу пожить и в каморке. Я ничего не поняла. Это у вас какие-то там свои шуточки были или что, или как? Закрытую связь с турианским и соларианским правительствами она настроила и добавила их стратегические данные в нашу базу. Надеюсь, это поможет понять, что происходит. Надо мне потом просто будет пересмотреть уже этот момент с этим разговором, чтобы спокойненько почитать и понять, о чем вы, дамы, говорили. Офигеть. В лазарете теперь Морден.
с Кроганкой, а Адамс и Чаквас у нас теперь в каютах команды. Это очень интересно. А ну-ка, давайте-ка мы зайдем на жилую палубу. Так. В паре никого. А вот в каютах команды. Ага. Это все так ужасно, Кэтрин. Ты точно в порядке? Врагу бы не пожелала быть похищенным коллекционерами. Но это все в прошлом. Я в порядке, да. Но я постоянно думаю о Земле, о других мирах, оккупированных жнецами. Что жнецы сделают с населением этих планет? Сколько душ терпит мучения, пока мы тут сидим и пьем кофе? Миллионы, миллиарды? Ах, нет, Грег, я соврала. Я не в порядке. Доктор. Да, кстати, все нормально? Да, Мордену нужно было место для работы с Евой. И он вас что, выставил? А, да нет, я подумала, что я буду ему мешать. Вернусь, когда понадобится моя помощь. Доктор, может, вам виски еще? Смотри-ка, со мной она не разговаривает. Адамс. Привет, капитан. Так, ну ладно, не всегда хорошо, когда есть с кем поговорить и кому высказаться. Выплакаться. Наблюдательный мостик. Так, тут никого, да? Ладно. Кажется, ли где-то играет музыка? Лиара. Ты все еще ищешь ответы у протеанцев? Это работает, Рекс. Нам просто нужно закончить строительство горна. Хотя мне интересно, как ты об этом узнал. Было несложно. Кстати, само место ты держишь в большой тайне. Чем этот факт, что он существует? Я уверена, что у тебя точно бы не вышло с твоей знаменитой проницательностью. Я немка, как рыба. Лиара. Рада тебя видеть, Шепард. Письмо Текиши доктору Оудуну. Я связывался со всеми ближайшими горнобазовыми торговыми базами, чтобы набрать достаточно платины для главного триггера. Того количества, что осталось у нас, с трудом хватит, чтобы покрыть кофеварку. Через час к нам прибыл корабль с 16 тоннами платины, подарком серого посредника. Затем он улетел, чтобы набрать еще сырья для проекта. Капитан корабля позже прислал мне письмо, в котором писал, что посредник будет следить за нашими потребностями. Это замечательно, но я теперь проверяю компьютер на наличие жучков. Понятно, серый посредник. Так, ничего нового у нас тут нет. Лиара? Давай, бывай. Да-да, Глиф, да-да. Так, ну-ка, давайте-ка, наша парочка. Известно, самки Кроганов любят шрамы. Гарус надежен, умен, немного агрессивен, почти как Кроган. Третий раз повторяю, доктор, меня он не интересует. А, Шепард, мы просто... Ты как? Все нормально, Рекс, не напрягайся. Нельзя быть слишком осторожным, нельзя верить солярианским врачам. Этот врач совсем другой. И почему же? Простой анализ крови. Зачем это? Затем, чтобы победить генофаг. Шепард, прошу, нельзя отвлекать. Мешает пациенту. Да, Рекс, действительно, успокойся. Он был твоим источником внутри, Рекс. Ты чего? Ум соларианца как лабиринт. Никогда не знаешь, как они заманят себя в ловушку. Ловушку? Помог освободить Еву. Кто бы знал о ней, если бы не я. Это было тогда. Теперь она свободна. Если ей будет больно, я узнаю. А, ладно, понимаю. Мой пациент, моя ответственность. Важно, что ей хорошо.
Никому не позволю ее повредить. Молодцом, доктор. Помнишь, что я сказал? Наши женщины достаточно страдали. Не забывай, нам нужен образец твоей ткани. Я еще вернусь. Обычная фобия, страх перед иглами. Или с соларианскими врачами. Ладно, теперь надо работать. Предпочитаю самок. Так, вот и поговорили. Может, ингибитор? Не-не-не-не. Прервется катализация, тяжелое поражение, нервов не годится. О чем ты говоришь? Метод извлечь лекарства, не убив. Много переменных. Иммунная система под ударом. Еще варианты. И вам обязательно делать это вслух? Да, звуковая стимуляция. Нужно слушать себя, изображать диалог. Находятся идеи, работается быстрее. Но вы говорите, что я умираю. О, виноват. Медицинские детали слышит пациент. Эмоциональный стресс. Не задумывался об эффекте. О, нет, я так не могу заснуть. Попытаюсь спасти, постараюсь избегать острых тем. Ты действительно, что вслух-то все говоришь? Ева. Спасибо, что спасли мне жизнь, капитан. Я не думала, что у Кроганов еще остались союзники. Мы перед вами в долгу, хотя многие об этом уже забыли. Их можно понять. Мы так себя вели, что распугали всех друзей. Друг обычно знает имя своего друга. Жаль, что я вашего не знаю. Я рассталась с ним, когда стала шаманом женского клана. Теперь я одна из сестер. Но если все это когда-нибудь закончится, вы, возможно, узнаете мое имя. Угу. Пока что тебя просто Ева зовут. Ты была шаманом? Я не знала, что у Кроганов бывают женщины-шаманы. Боль приносит мудрость. Генофаг сделал нас очень мудрыми. Вместо того, чтобы отчаяться, некоторые из нас избрали старый путь. Мы хранили свою культуру, свои знания, секреты, чтобы Кроганы могли расцвести, когда у нас появятся дети. А как вас инициировали? Заперли в пещере на 7 дней, еды оставили очень мало. На 8-й день я почти умирала с голода. И что показывает такое испытание? Решимость. Тебе дает выбор. Либо ты голыми руками пробьешь путь наружу сквозь камни, или умрешь. И как же вы выжили? Начала копать, но не в ту сторону. Все в полной темноте, меня поддерживал только звук биения моего сердца. И что было дальше? Я нашла вот это. Что? Обычный кристалл, из него получится хорошее долото. Возьмите на память, капитан, даже из самой черной тьмы есть выход. О, спасибо. Вообще-то это жестоко. Испытание это ваше. Но просветляющее. Только проведя время во тьме, начинаешь ценить свет. Неделю в темноте в полной. Да, круто. Что там с Рексом? Что вы думаете о Рексе? Когда не пытается покрыть половину тучанки, он самый лучший из Кроганов. Только я не стану. И так уже голова от гордости у него раздулась. Он стал сильным вожаком. Я знаю, что Рекс желает всем нам лучшего. Только не все кланы готовы принимать его решение. Но это да. Зачем другим кланам мешать Рексу? Разве их не интересует светлое будущее? Наши мужчины не любят сотрудничать. Они привыкли быть эгоистами, их заботит только выживание. Рекс от них отличается, он мутант. Это может ему... Ага. Либо повредить, либо передать. Думаете, Рекс захочет отомстить? Некоторые кланы хотели бы этого. Надеюсь, Рекс так не поступит. Он понимает, если Хроганы хотят участвовать в галактической политике, круг насилия нужно разорвать. Впрочем, он один лишь из Кроганов. Если несколько кланов потребуют, то... Тут сейчас мы прочитаем. Да, забавно, у него одежда совсем другая. Если несколько кланов потребуют мести, он не сможет их остановить. Да. Зачем? Так, ага, светлое будущее, об этом мы говорили, мы зациклились. Вы не против? Я спрошу, каково это жить с диагнозом генофаг? Я знала сестер, которые не вынесли позора бесплодия. Они отправились в пустыню, надеясь, что молотильщик убьет их, избавив от страданий.
Did the thought ever cross your mind? А вы так не поступили? Yes. Я собиралась после первого мертворожденного. Давай, Шепард, наступай на мозулю. Ну, хотя это кроганки. И что вас удержало? Когда мой ребенок не сделал первого вдоха, моя жизнь по-настоящему началась. Генофаг заставляет нас жить одной надеждой. Больше ничего нет. Нет причины существовать, кроме надежды, что завтра все изменится. А если не изменится, то можно надеяться на следующий день. И как все изменится, когда будет найдено лекарство? Наш народ снова обретет равновесие. Женщины смогут влиять на будущее, как в старые времена, когда мы еще не были пешками для мужчин, рвущихся к власти. Большинство из них стреляют в любого, кто на них косо смотрит. А что им еще делать? Генофаг сделал их странствующими убийцами, они пытаются оправдать свое существование, ищут способы «защитить честь» в кавычках. Ладно. Как вы оказались втянуты в эксперименты Мелона? Мы вызвались добровольно, говорили, что Мелон пытается вылечить генофаг у клана Вейерлок. Разве они и не враждуют? Вражда — изобретение мужчин. Под их руководством тучанка тысячелетиями лежала в развалинах. Она сейчас лежит. Пора женщинам было вернуть себе место в обществе и воскресить будущее. Мелон был нашей надеждой. Да уж, я видел, что делал Мелон. Я нашел лабораторию Мелона. Похоже на карцер. Его эксперименты были весьма жестоки. Мы узнали об этом слишком поздно. Он преследовал благие цели, но методы становились... В конце концов, мы сбежали. Нас подобрал соларианский отряд. Они спасли нас. Мы были очень больны. Все остальные женщины погибли, мне очень жаль. Да, я знаю. Последняя умерла Курун, самая молодая. Но она знала, что попадет в пустоту, свободной от проклятия, и будет улыбаться, смотря сверху на детей Тучанки. Ее душа будет повитухой моему первенцу. И вы снова отправились к Мелону? Конечно. Чтобы зажечь костер, достаточно одной искры. И тогда темнота отступит. Круто, круто, круто. Так, что скажешь про поводу Мордена? Как Морден с вами обращается? Лучше, чем кроганы мужчины. Он не похож на обычных соларианцев. Не-не-не-не, избыточность органов приводит к новому периоду перед метафазой. Это не изменить? Да, он такой. Но я чувствую и его боль. Он мне рассказал о том, как работал над генофагом. Я должна была бы считать его врагом, но мне кажется, что он изменился, увидев меня и моих сестер. Потом о Казарии. Ворка страдают аллергией на молочное и... Да, очевидно, у него не музыкальный слух, хотя какой. Мордин у нас певец еще какой. Ладно, все тогда. Бывай. Спасибо, что вы мне все рассказали. И вам спасибо, капитан. Я не так много людей встречала. Хорошо, что мне представилась такая возможность. Да. Это странно, честно говоря. Это весьма странно. Ладно, Мордин, ты мне что-нибудь скажешь? Шепард, кровь проверена. Большая нагрузка на организм Ева. Данные Мелона исчерпывающие. Хорошо, что все на месте. Использовала заметки. Так, ну, что там с Евой? Как у нее дела? Жара нет, пульс учащен, возможно, стресс есть нормально. Нужно другое одеяло, помягче. Хочу дать ей восстановиться, потом синтезировать лекарства. Моя рекомендация. У моего народа нет времени на это. Так вы это дружите? Берегите ее, пожалуйста. Мой пациент, ответственность на мне, нашел ее на базе. Три доктора ранены. Убрал каналы, не сопротивлялся, когда схватила, и обещала помочь. Она сказала: пожалуйста. Вау, это любовь. Так.
Вы всегда защищали свою работу над генофагом, что заставило вас передумать. Не передумывал, генофаг — верное решение в свое время. Новые обстоятельства, нужно адаптироваться. И что за обстоятельства? Вторжение жнецов. Без помощи кроганов турианцы обречены. Кроганам нужен общий враг, выход для агрессии. Так, это все? А где же твои? Никаких личных мотивов? Старею, Шепард, осталось мало лет. Но никто лучше меня не знает. Мало сарианских ученых интересуется генофагом. Кто-нибудь смог допустить ошибку? Возможно, риск велик, если опыта мало. Но дело не в этом. Моя работа. Я должен все исправить, доказать, что могу. Ага. Молодец. Так, что там с иммунитетом? Удалось определить, почему у нее иммунитет. Генофаг меняет выработку гормонов во время беременности. Совершенно необычный иммунитет у нее. Пораженные железы не используются как аппендикс у человека. Другие железы мутировали. Также объясняет и слабость. Замена желез не идеальна, вредит здоровью. И... Думаете, это сработает для всех кроганов? Да, можно использовать ткани Евы, вырабатывать мутаген. Нужно изучить мутаген, изменить выработку гормонов, иначе долгая болезнь для всех кроганов. Понятно. Значит, мы правильно поступили, сохранив данные. Да, без них было бы сложнее лечить Еву. Почти невозможно. А все те эксперименты, что вы видели на тучанке, чудовищно, отвратительно, но теперь есть цель. Да? Значит, цель оправдывает средства. Это не мои средства. Но вы используете данные, располагающие экспериментом вроде тех. Ничуть, всегда будет ученые без этики. Этого не изменить. Что-то на него наехал. Еве можно помочь, можно излечить генофаг. Нельзя отвергать данные только из-за пороков. Так, что там с Меланом? А что насчет самого Мелана? Нет. Приказал отрядам искать его, когда хотел помочь. Пока не нашел. Галактика большая, есть где спрятаться. Может, он уже мертв. Сейчас бы убил его, если б мог. Неважно, как он полезен. Ладно, не обижай, Шепа. Не обижай нашего. Мордина. Было приятно поговорить. Спасибо, Шепард. Я останусь, пока есть жнецы, потом не знаю. Успел отметиться в галактике. Модификация генофага, лекарство генофага, борьба с коллекционерами, решения, ошибки. Хочу туда, где солнце, сидеть на пляже, смотреть на океан, собирать ракушки. Да вы и часа не выдержите. Буду проводить опыты на ракушках. Супер, поговорили. Так, ну ладно, сидите, отдыхайте. Здесь мне делать вроде как нечего. Все то же самое. Я, как вы сами понимаете, пишу эту серию сразу вслед за первой, поэтому ваши комментарии пока не читала, но на этом месте скажу вам огромнейшее спасибо за них, потому что они частенько мне очень и очень помогают. Так, Гарус, я сейчас... Шепард говорит, что кроганские женщины западают на ребят со шрамами. Я такое слышал. У меня вот тоже есть шрамы. Надеюсь, тут никто не планирует скрепить наш договор узами брака. Хотя, должен сказать, я восхищаюсь Евой. Она настолько вытерпела, живя с генофагом. А теперь вдобавок она еще и последняя надежда своего народа. Представь себе, какое на нее давление. Нужна изрядная смелость, чтобы принять это. Надеюсь... Мы сможем сравниться с ней. Кстати, там что-то шла речь по поводу того, что... Гарус? Ева? Да ладно. Я так понял, теперь мы с Цербером воюем. Конечно. Ни разу не видела женщину Круга, но вот кому, похоже, на тучанке все мозги достались. Так, 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 ну-ка, ну-ка. Хорошо, что старик Мордин еще бодрячком и снова ищет, как бы напакостить. Давай попозже. Давай попозже. Гарус, это... Намечается роман с Евой. О,
более разношерстной пары мы не встречали. Так, а здесь Лиара. Подождите, я в шоке. Секундочку, я в шоке. Хорошо, жилая палуба. Мы здесь со всеми поговорили, да? Нам осталось грузовой трюм. Инженеры, Диана и Явик там у нас, да. Хорошо, тогда побежали в лифт. Времечко нас уже поджимает, но надо как-то закончить с разговорами. Так, Диана была там, скажет она что-нибудь, или мы опять ей будем хамить? Это всего лишь мнение, оценка. Не нравится — не загружайте. Вы говорите, что нам не нужна Терра Нова. Потеряем одну колонию, спасем 5. Чистая математика. Кто-нибудь воспринимает вас всерьез? Республика Азари? Каждый попытался бы спасти все планеты сразу, но это невозможно. Думаете, можно находиться на корабле, есть вместе с нами, а потом выдавать в эфир вот такое? Это же предательство. Эй, это всего лишь мнение, оценка. Не нравится — не загружайте. Так, что у нас тут за... Либо вы вырежете... Именно этого я и боялась. Спасибо, капитан. Вы решили? Как вы сказали, это всего лишь ваше мнение. Да, я все уберу. Ну, честно говоря, я полностью поддерживаю курсанта. Что значит, она сейчас будет тут высказывать свое мнение? Если бы она была просто какой-нибудь хрен с бугра и где-нибудь там под мусорным баком высказывала свое мнение, окей, она находится на борту Нормандии и представляет, в общем-то, говорится, является голосом той самой Нормандии. И она будет выставлять тут... Ты слушай, ты не обордела ли? Командир. Да иди нафиг, Диана. Do we need to talk, Commander? Он с моего корабля. Allers, I need you to leave the Normandy. You're kidding. Да вы шутите. You're not kidding. Серьезно? А причина есть? What do you think? А вы как думаете? I think I should start. Ладно, packing. Я буду собираться, пожалуй. Ладно, я пошутил. Не, ну а правда, а как с ней еще было разговаривать? Эй, Диана. Commander. Да ладно, Commander. Хорош. И фиг с тобой. Commander. Ну. Да, от нее какие-то там были пункты, по-моему. Ну, Шепард, ну зачем же мы такие взрывчатые? Зачем же мы такие взрывчатые-то? Ну ладно, если что, то переиграем. Не знаю, где была сохранка, но переиграем. Почему вас так интересует мой народ, Азари? Они всегда были для нас тайны, загадка, которую нужно было разгадать. Я хотела узнать, что произошло с вашей цивилизацией. Почему вымер столь процветающий народ? Просвещенные? Ну, мы его считали таким. А потом появился я. Каково это — проснуться через 50 тысяч лет в новой галактике? В этом цикле всех слишком беспокоят переживания других народов. Кроган, сатурианцы, соларианцы. В мое время все они были примитивны. Есть какой прок от их помощи? В одиночку мы не сможем победить. Тогда потребуйте от них помощи, но не потакайте эгоизму. Что изменится, если спасти одного Крогана? Ну, все бы так было просто. Если они попробуют вам помешать, прошу прощения, я извиняюсь. Здесь остался след того, кто раньше занимал эту каюту. Я впитал какую-то его часть. Это да, Грюнт, он был очень сильный. Наверное, лучше я дам вам отдохнуть. Так будет лучше. Ну да, Явик-то у нас прислонится к полу и все считает. Чего вы там сретесь? Кажется, я уже говорил, что соларианцы были отчаянно глупы. Им удалось хорошо развиться. Соларианец Мордин спросил, может ли провести мое вскрытие. Я согласился, но только если он сможет победить меня в бою. Он ответил, тут проблема, потом ушел. С трудом его понимаю. Что ж с вашей продвинутостью стало, что вы с трудом понимаете соларианцев?
Не понимаю, Цербера, почему против вас сражаются представители вашего же вида? Они погибнут так же, как и все остальные, если жнецов не остановить. Кроган Рекс предложил мне работу, да? Он сказал, что если я устану от роскошной жизни Нормандии, он может обеспечить мне занятия поувлекательнее. Вот зараза. Переманивает. Да? Ну ладно, Яви, бывай. Так, мы выгнали Диану. Может, мы ее еще не выгнали? Подожди. Ну, а теперь бегай с этой Дианой. Я не знаю, что вы там говорили по поводу романов и прочего. Мне она не нравилась изначально. Я вообще не люблю прессу. Не люблю я прессу. Диана. Commander. Да ладно тебе. Давай, перестань паковаться. Прекрати Commander. Паковаться! Вообще надо всех. Всех женщин удалить. Всех. Всех. Не знаю, что и думать об этой рабособаке. Ты о Софи? Она такая милая. Но с какой целью он здесь? Похоже, у меня страсть к бесполезным собакам, учитывая, сколько я уже с тобой получил. Это тебе за Сьюзи и за смазку. Так, угу. Мы всех навестили Диану. Инженеров. Черт. Ладно, друзья, если это печально, и если Диана от нас уйдет, то теоретически я могу, наверное, действительно начать с охранки. Я не знаю. Но дело в том, что я попробовала. Почему? Потому что она на разговор не выходит. Если мы берем верхнюю ветку поговорить, Шепард начинает там на нее орать. Если выбрать нижнюю, он однозначно ее выгоняет. Что не так с нами, я не знаю. Вот, пошли к нашему бугаю. Джеймс, интересно, что Цербер замышлял на Суркеше? Говорят, мы направляемся на Тученко. Интересно, как там все получится. Интересно. Рекс настоящий сорвиголова. Спорю, он много интересных историй может рассказать. О, еще как. Мордин что-то. Он губами шевелит быстрее, чем лягушка на сковородке лапами. Слышал гул? Или это мне кажется? Вообще-то он сказал не про гул и не про кажется. Поэтому отойдем от него подальше. Окей. Так, что у нас тут? Кто у нас тут? Кортес и Джеймс. Подожди, а где Кортес-то? Я не заметила Кортеза. Он обычно там стоял, а где сейчас? Джеймс? Джеймс! Так. Все ясно. Я думала, уже проветрилась. Где Кортес? Собака? Hey there. Привет. А. Кортес, ты что тут делаешь? Суркеш определенно добавил мне опыта. Ты о чем? Обычно я вторым пилотом летаю, но если Кроган с полтонным весом требует передать управление челноком, ему сложно отказать. Думаю, разумный шаг. Ой, ладно, Кортес, не обижайся. Это же Рекс. Спасибо за заботу. Челнок к вылету готов. Угу. То есть он тут после наших этих полетов челнок чинит. Ладно. Ну и осталось в каютку нырнуть. В нашу милую каютку. И посмотреть, что за кристаллик нам дали. Где он? Нам Кроганша дала кристалл. Ну, может быть, он, наверное, у нас еще в кармане, когда-нибудь нам пригодится. Это явно не украшение, да? Что-то ж она нам там выдала такое. Спешл. Вот так.
Так, наши спутники остались такими же. Ой. Личная почта. Ничего нету. Диана ничего не прислала. Никакого прощального письма. Ай-яй-яй. Ну что ж, ладно, с Дианой мы разберемся. Если у меня после перезагрузки будет так, что она нас покидает, ну что ж, мы пробежимся этот кусочек и сделаем так, чтобы Дианочка осталась с нами. Вот. Я надеюсь, она запомнит этот урок и не будет больше распространять свои мнения с борта нашего корабля. Она будет распространять мнения никакие, а пусть просто пишет репортажи. Вот. Правильные. Не знаю. Но это, по крайней мере, моя позиция. А как будет дальше, мы увидим в следующих сериях. А всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока.